Я вот сейчас читаю свою книгу и хочу сказать, с автором чем-то согласен. Почему? Мы сегодня будем работать с вами над позвоночником. Мы не можем охватить все стороны жизни, потому что я с вами согласен, и работа очень важна, и семья превыше от всего даже, чем здоровье, и дети. А теперь подумайте, пожалуйста, в каком состоянии ваш позвоночник? В каком состоянии ваш позвоночник? Для того, чтобы вы подросли 5-6 сантиметров, для того, чтобы всегда вы были в хорошем настроении, всегда, всегда, все органы у вас работали как часы швейцарские, достаточно 15 минут поработать над позвоночником. То, что сегодня мы с вами будем проходить, это не физзарядка. Это не физкультура. Это специальные подобранные движения для позвоночника, чтобы межпозвонковые диски растянулись, что ваша походка опять стала, как у балерина или балеруна. И опять ваша память вернулась на свое место. И опять вы увидели, оказывается, мир не так хреновый, как вы думаете, а прекрасно. И этот слякоть, который на улице, этот солнечный свет, который глаз режет, и этот плохие люди, это все ваше состояние. Значит, управление с хорошим настроением, управление со своей жизнью, налаживание своего отношения с окружающим миром начнем с самого простого, с позвоночника. Во время выполнения упражнений с позвоночниками обратите внимание, 99% это работа внутренних состояний, о котором сегодня расскажут во время упражнения педагоги. 1% техника выполнения упражнений. Во время выполнения упражнений обращайте внимание на создаваемое искусственное хорошее настроение. Во время выполнения упражнений еще раз буду говорить, 98% внимания уделите, пожалуйста, на искусственно создаваемое хорошее настроение. Чуть обезьяничая, чуть с юмором. Надо выполнять каждый день. Ваш и наш с вами враг – это автоматизм. Механическое выполнение. С того дня, когда вы уже привыкнете к моей роже, с того дня каждое мое высказывание у вас будет вызывать чувство плоского юмора и раздражать, и вы переходите сразу на механическое упражнение, хочу вам сказать, с этого момента польза будет меньше и меньше. Уважаемые собеседники, вы можете мне сказать, у вас диагноз такой, у вас диагноз сякой, что у вас возраст такой, вы вообще крутой старик или старушка, что у вас в жизни все посади. Лапшу на мои уши не вешайте. Как ученый я вам скажу одно. И в 9-летнем возрасте, и в 2-летнем возрасте, и в 90-летнем возрасте межпозвонковые хрящи восстанавливаются абсолютно одинаково. Гибкость позвоночника в любом возрасте восстанавливается абсолютно одинаково. Просто дети бегают, двигаются, юноши действуют, двигаются, а с возрастом Его Величество лень, слуга смерти, потихонечку гладит по вашей головешке, побольше посиди, побольше теперь полежи. И начинается окостенение, то есть приспособление нашего организма к безболезненному нахождению в гробу. Суставная гимнастика – это подготовка, приготовление к основным упражнениям. Суставная гимнастика – это тренировка суставов позвоночника, тренировка сосудов, тренировка нервной системы и, самое главное, тренировка духа, тренировка веры в себе, тренировка, что вы человек
из большой буквы. Тренировка, что все вы можете в жизни, и все является под вашими ногами. То есть тренировка человека из большой буквы, лидера из большой буквы, хозяина своего жизни из большой буквы, опоры своих близких. Вот что такое система. А позвоночник, тренировка, разминка, которую мы сегодня с вами изучаем, это порог, дверь, над которым, через которую мы заходим в систему. Третий раз, обратите внимание, третий раз сейчас я буду говорить. Во время выполнения упражнений 99% усилий направьте на искусственно создаваемое хорошее настроение. Вот сейчас попробуйте, пожалуйста, искусственно создать спокойствие. Расслабьте за грудиной, расслабьте плечи, расслабьте ноги, расслабьте руки, расслабьте лицо. И расслабьте внутренние какие-то напряженные участки. А теперь, если, конечно, вы этого сделали, искусственно создаем, выпрямьте, пожалуйста, позвоночник, и искусственно создаем, выпрямляя свой позвоночник, хорошее настроение. Расширьте, пожалуйста, плечи, грудь, и живот подтяните. Я всегда говорю, пупок должен на две пальцы оторваться от коленной чашечки. Дыхание чуточку напряжены в виде искусственной радости. А теперь попробуйте, что ваше настроение, создаваемое в душе, какой-то физический резонанс создал в теле, типа легкой истомы. Именно в таком состоянии, в таком истоме упражнение должно выполняться. И каждый день, четвертый раз я буду повторять, механическое исполнение – это путь никуда, это вред и пустое потраченное время. Желаю успеха!
Mm-hmm.